Вы говорите водителю автобуса, что ж ты, сукин сын, поехал туда, где вот не это. Он говорит, мой автобус. Куда хочу, туда и езжу. Вы можете находиться просто в агрессивном состоянии. И, к сожалению, большинство, я не знаю, кто бы не находился в состоянии, когда у него просто приступ гнева, ярости по отношению к кому-то, к чему-то, вот, жизненным обстоятельствам. Очень много глупостей делается на уровне вот этого избыточного состояния. И, конечно, такие состояния случаются, к счастью, не каждый день. Если вы подумаете и научитесь следить за собой, а это тоже очень важно, что такое эмоциональный интеллект? Умение распознавать, что вы чувствуете, что чувствует другой человек. И доказано, что чем лучше вы понимаете, что, какие чувства вы на самом деле испытываете, тем лучше вы способны адаптироваться, тем более правильные решения вы можете принимать, и тем лучше вы выстраиваете отношения с другими людьми.